Здравствуйте, меня зовут Денис Нитков, и сегодня мы ведем программу «Актуальный разговор». 8 мая Международная организация Красного Креста отметила очередную дату. В России День Российского Красного Креста отмечают 15 мая. И сегодня мы поговорим с председателем Воскресенского отделения Красного Креста Татьяной Николаевной Воеводиной. Здравствуйте, Татьяна Николаевна. Здравствуйте, Денис. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Начнем, наверное, с пандемии коронавируса, самая топовая тема на протяжении уже 2 лет. Пандемия коронавируса стала настоящим испытанием для всех, в том числе и для вас. Кому и как помогали? Первое время, первые буквально дни, недели, конечно, у всех была растерянность, и в том числе у нас. Хотя у нас есть опыт международного даже образца о том, как реагировать на такие испытания, но, тем не менее, не совсем мы были к этому готовы. Хотя потихоньку начали мы подготавливаться к реагированию на пандемию еще в конце февраля. И только у нас, в нашей организации на тот момент, я имею в виду как в общественной организации, на тот момент были защитные средства в необходимом количестве, такие как маски, костюмы. Мы успели это все завести. То есть уже готовились к этой волне. Но, конечно же, мы, как и все, не предполагали, что будут такие огромные масштабы этой пандемии. Но хочу сказать, что, в общем-то, теряться нам было некогда, потому что пошли звонки, сразу же к нам начали обращаться очень много людей, организаций, и пошел тесный контакт работы с администрацией, и, в общем-то, как и все, двигались только вперед на то, чтобы начать оказывать помощь людям. Сначала просто не понимали, в чем эта помощь должна быть. Затем, когда определили, что это все-таки защитные средства в первую очередь. Ну, а затем жизнь сама стала выявлять таких нуждающихся людей, как, например, дети, больные онкологией, или ну, вот вообще люди, у которых онкология. Они не могут вообще без масок. То есть они в мирное время, да, они и... Пандемия практически война. Да, ну да, они в мирное время всегда у них была необходимость в масках. Вот как-то мало люди об этом, да, задумываются. К нам пошли звонки вот именно от таких семей. Помогите спасите наших детей, спасите нас, потому что у них маски, это жизненно необходимое было всегда. В первую очередь мы помогали, вот, выделяли эти маски, когда вот их вообще нигде не было. Еще не понимали, где их взять, вот таким семьям. Вот это действительно те, кто попали вот в трудную жизненную ситуацию. Ну, много очень частных случаев, когда к нам люди обращались. Кому-то нужно было все-таки ехать на прием в Москву, вести ребенка, вот конкретный случай. Мама пришла вся в слезах, многодетная мама, помогите, нигде ничего не можем достать. Тогда еще вот не было этого понимания, что шейте сами и так далее. Ну, растерянность была полная. Тоже оказывали вот людям, такого плана людям оказывали помощь. Ну и кто-то застрял у нас в России. То есть люди с двойным гражданством приехали сюда к родственникам и не могут улететь, границы, как вы помните, закрыли и остались без средств к существованию. То есть ну, этот список можно продолжать бесконечно. И вот пошли такие звонки, заявки, и мы пытались таким вот людям оказать помощь. Но это вот частные случаи. Затем у нас пошла работа именно по чрезвычайной ситуации вот на более глобальном уровне. Это оказание помощи нашим медицинским учреждениям. Мы начали завозить гуманитарную помощь, но это звучит все легко. Начали завозить. Ее надо было еще найти, достать в период такого дефицита. И, конечно, имя Российского Красного Креста, нашего бренда, имело очень большое значение. Спасибо вот всем организациям, которые нам верили, которые нам помогали и даже сами с нами выходили на связь. Вот, а мне всегда было интересно, вот какую-то помощь могут передавать просто люди, жители. Я знаю, что к вам приходят, приносят, передают какую-то помощь, например, какие-то ненужные, но в хорошем состоянии вещи или какие-то продукты питания. А вот в такой глобальной ситуации, кто координирует эту работу? Откуда эти маски, откуда эти халаты, кто помогает? Есть какой-то координационный центр? Ну, во-первых, на федеральном уровне у нас находится Российский Красный Крест, затем у нас есть областное отделение, которое находится в Подмосковье Красного Креста, ну и мы в этой структуре как бы низшее звено, местное отделение. Но хочу вам сказать, что вот пандемия, она все-таки вот определила
вот на наш взгляд, как бы разделила людей. Кто вот, кто-то стал еще злее, а кто-то стал еще добрее. И, собственно говоря, вы знаете, очень много организаций выходили на нас сами и предлагали свою помощь. Мы ездили и в Рязань к простым предпринимателям, мы ездили в Подольск. То есть вот мы прям буквально прыгали на свои машины, как только вот нам предлагали какую-то помощь, и мы за ней сами вот ехали, чтобы побыстрее сюда это все привезти. То есть люди, бизнесмены, как-то вас находили, да, сами с вами связывались и предлагали. Да, абсолютно так. Вот абсолютно безвозмездной основе. А, помните мейкеров, вот эти щитки такие прозрачные? Да, да. Тоже ребята сами на нас вышли, сами нам привезли. По-моему, Жуковского где-то они там находились. То есть мы стали спрашивать, как к вам доехать, что мы сами все привезем. Это было до слез, вот честно. Просто сколько мы вам должны, как мы можем с вами расплатиться. Вот возьмите все. То есть вообще без вопросов. Кто-то предлагал и продуктовые наборы, гигиенические средства. Но, честно скажу, их было немного таких людей. Предприниматели в основном, но и наша задача была все-таки строить нашу работу именно на защите населения и на защите добровольцев. В пандемию мы не только оказывали вот такую гуманитарную помощь и населению, и нашим здравоохранительным, и нашим медицинским учреждениям, нашим отделениям социальной защиты, нашим семьям, вот, которые оказались вот в тяжелой жизненной ситуации. Вот наша задача была оказать им помощь и поддержать их в том, чтобы они имели все необходимые средства защиты, защищали себя, своих детей, пожилых людей. Наша задача была вот на глобальном уровне помочь медицинским учреждениям. Ну и затем уже наша вспомогательная роль государству заключалась в том, чтобы помочь именно гуманитарной помощью, это продуктами, гигиены, тем слоям населения, тем семьям, которых государство не смогло охватить. Потому что вот здесь хочу сказать, что мы подключаемся в любой чрезвычайной ситуации все-таки во вторую очередь. Первая очередь – это государство. Оно реагирует на какие-то вызовы судьбы. У нас роль вспомогательная. Поэтому там, где государственные ресурсы исчерпаны, подключаемся мы. Так и было здесь вот с продуктовыми гигиеническими наборами. Где-то в июле мы их получили, и пошла работа уже с населением. С каждым вот нашим семьей мы работали отдельно. Нам наша задача была вот именно помочь адресно именно тем, кто нуждается. Потому что, ну, давайте не будем кривить душой, было и такое, что этому дали, дайте и мне. Вот это нам нужно было обязательно исключить. Это была огромнейшая, конечно, работа проведена. Что мы сделали, чтобы действительно помощь попала именно в ту семью, которая этой помощи очень ждет? Мы обратились в территориальное управление, то есть Фединское, там, Ошитковское, Харловское, ну и так далее, ЦУРУПы. И они нам дали списки вот людей, семей, которые нуждаются, но не получили этой помощи от государства. По каким-то причинам. Потому что, ну, действительно, на рубль превышает там у тебя доход или на 10 рублей, все, ты не попадаешь в список малообеспеченных семей. А семья действительно нуждается. Ну, разные у всех причины. Вот, кто-то, как я уже говорила, застрял у нас в России, да, вот не смогли выехать, остались без средств к существованию, ну и так далее, это можно очень долго перечислять. Вот именно такие семьи мы выявляли, потому что каждый территориальный отдел хорошо знает свою территорию, свое население, и вот чтобы было все ну, действительно для людей востребовано, чтобы она не уходила просто так, вот эта помощь, вот ты в списке. Понятно, что, наверное, нуждаются многие, но есть люди, которые нуждаются сильнее. Поэтому надо было вычленить да. этих людей и в первую очередь оказать помощь. Что касается 2021 года, стало ли легче? Мы, честно говоря, думали, что вздохнем. И когда мы вышли все после январских праздников, как-то думаем, ну, сейчас мы займемся нашей организационной деятельностью и так далее. Но вы знаете, вот такое ощущение, что вот про нас думают, про нас, про всех. Вот я не говорю именно про нашу организацию, что мы во время пандемии все отсиделись, год отдохнули, а теперь, ребят, давайте работайте. Навалилось еще больше, чем было. Ну, во-первых, этот год у нас проходила выборная кампания.
Вот это большой отпечаток на нас тоже наложило, это большая организационная работа. Вот. И сейчас наша задача помочь людям, которые все-таки пострадали во время пандемии и еще не оправились. Потому что, ну, как бы все закончилось, да, с одной стороны, хотя на самом деле все еще продолжается, вот, но ведь давайте не забывать, что люди-то реально пострадали, они не просто переболели. Кто-то потерял работу, кто-то потерял даже члена семьи, и ни одного. У кого-то возникли финансовые трудности, у кого-то там проблемы с кредитами, и приходится их сейчас выплачивать большими суммами, да, потому что тогда они это не могли сделать, а есть нечего. То есть люди, вот, вроде бы семьи, даже, вы знаете, вот приходят к нам семьи, обращаются, они говорят, нам неудобно к вам обращаться, мы вот, ну, как бы нормальная семья, благополучно были до коронавируса, до пандемии, а сейчас вот у нас случилось там то-то, то-то, вот, и нам нужна помощь. Мы смотрим действительно ситуацию этой семьи, вот, ну, с тем же кредитом, вот вообще нечего есть, пустой холодильник, нечем кормить детей, потому что все уходит на выплаты. И вот таких семей тоже мы стараемся не обходить стороной, помочь. Вот вы, кстати, очень интересный вопрос затронули, а стыдно ли? Ну, здесь человеческий фактор срабатывает. На самом деле, мое мнение такое, вот лично мое мнение, уже имея опыт, немаленький опыт, работы в сфере благотворительности. Вы знаете, если действительно человек попал в трудную жизненную ситуацию, то здесь нечего стыдиться. Даже греха нечего таить, я сама попадала в такие ситуации. Вот, ну, реально, негде взять и нечего есть. Бывало и такое. И некому обратиться. Куда? Идешь, вот, ищешь какие-то варианты. Поэтому мы очень-очень нормально относимся вот, к любой ситуации. И видим искренность этих людей. Мы же с ними разговариваем. Вот. Это не просто там кто-то по телефону позвонил, отдайте мне коробку чего-то. А это именно вот приглашаем на встречу, давайте поговорим, а что, а как. Иногда, знаете как, вот люди говорят, нам сейчас нечего есть. И мы пытаемся разобраться, хорошо, мы сейчас-то вам поможем, дадим там, ну, пачку макарон, да, так образно. Мы вам сейчас чем-то поможем. А дальше-то вы как будете жить? У вас дети. Дайте попробуем разобраться в этой ситуации, потому что это сейчас экстренная, срочная помощь. Давайте попробуем подкрывать те двери вместе, совместно, чтобы вы вылезли из этой ситуации. И кому-то нужна юридическая поддержка, кому-то действительно нужно там, обратиться лишний раз в соцзащиту. То есть вы можете, да, можете связать каких-то людей, например, с социальными службами какие-то, или дать совет, к кому обратиться. То есть такой работой вы тоже практически занимаетесь, такой консультативной, грубо говоря. Да, вы знаете, Денис, вот она, вот эта работа, как показывает практика, она, в общем-то, иногда даже важнее, чем вот просто дать кому-то вот сейчас там сумку с продуктами. А самое главное — найти корень. Ну, во всяком случае, вот я приверженница именно такой работы. Корень проблемы, вот почему это случилось. Вы сами подниметесь, у вас все пройдет, там, ну, люди говорят, да-да-да, мы вот уже видим пути выхода. А кто-то говорит, я не знаю, что мне делать. Вот я у вас сейчас это взяла, а через месяц мне опять будет нечего есть. И вот в этом-то, собственно, и состоит наша задача – связать этих людей с другими службами. Потому что, ну, действительно, где-то постучались они, эти люди, да, им не открыли дверь. Вот. У нас все-таки немножко повыше уровень, мы уже на другом уровне разговариваем там, с какими-то органами, куда они не смогли пробиться. Немножко на другом уровне и с другим подтекстом. И, честно скажу, практически всегда это удается. Практически всегда. Вот знаете, обратные ситуации бывают, когда люди не сильно нуждаются, но, грубо говоря, паразитируют там, да, на доброте этих служб, в том числе и вашей. Вот такое случается, и как вы разбираетесь в таких ситуациях? Ну, еще раз говорю, во-первых, конечно же, мы разбираемся, во-вторых, такие семьи, конечно же, есть, но они выявляются практически сразу. Вот, и мы вот, ну, стараемся так вот очень мягко таким семьям отказывать. Говорят, вы не обижайтесь, но у нас есть более нуждающиеся семьи. Вот, но какие-то психологические такие подходы мы стараемся найти к этим людям. Лукавят много, честно говорю, не буду даже скрывать, есть и такое, что, да, лукавят. Но это жизнь, это наша работа, и, в общем-то, мы нормально к этому относимся, спокойно. Знаете, с появлением вакцины в России, спутник Ви или спутник 5, все привыкли как по-разному ее называть, вот, но тем не менее, вот последние данные, которые я вот буквально сегодня посмотрел.
Среди лидеров, например, такие страны, как Великобритания и Израиль, там привилось более половины населения уже странами. Россия по этому показателю находится при собственно действующей вакцине только на 74-м месте, и эта цифра составляет там чуть более 10%. Вы как-то участвуете в работе, как-то рассказываете о необходимости сами вообще этой вакцинации, и сами считаете необходимым вакцинироваться? Ну, вот по поводу сравнения с зарубежными странами, ну, опять же, это мое личное мнение. Россия никогда не была дисциплинированной страной. И всегда у нас вот добровольно-принудительно, у нас срабатывало всегда так. Но это наш менталитет, это вот есть такая у нас страхи, черта. Недоверие. Да, и страхи, недоверие, но я бы сказала, что дисциплина в первую очередь. Вот, ну, недоверие, потому что действительно такие короткие сроки, чтобы сделали вакцину. Мы же сейчас начитаны, мы все знаем, мы все читаем в сети интернет. Я вам честно скажу, что и сама немножечко так с недоверием сначала к этому относилась. Ну, а потом вот сейчас вот просто пришло время, когда понимаешь, что ну, это должно быть или так, или вакцинироваться, или не вакцинироваться. По-другому, ну, никак. Вот, и от своего убеждение, что, ну, наверное, я не буду вакцинироваться, я, в общем-то, пришла к другому убеждению. Потому что я вижу статистику, я вижу, что происходит за границей. Я, как вам сказать, решила себя сберечь для людей. Потому что если вот сейчас, не дай бог, где-то что-то случится со мной, то, в общем-то, станет работа. А наша работа, она очень востребована. Вот. И поэтому лично я провакцинировалась. Но это вот уже произошло вот совсем недавно. А когда только началась кампания вакцинации, мы, естественно, как в поддержку государства, выступили с такой инициативой у нас в Воскресенском районе мотивировать ну, небольшими сувенирчиками людей. Конечно, очень приятно прийти на пункт вакцинации и видеть, что, в общем-то, тебе еще, как тебя за это поблагодарили. Вот, поэтому мы вот организовали совместно с администрацией, вот на пунктах вакцинации, которые открывались прямо у нас один за другим, такую вот выдачу небольших сувениров. Конечно, в соцсетях мы тоже пропагандировали и будем пропагандировать вот эту вакцинацию, потому что, ну, все, уже пришли к выводу, по-другому никак. Ну, надо это делать, и другого не дано нам. Вот я до сих пор хожу в магазины, несмотря на то, что я привита, я до сих пор хожу только в маске. Меня поражает беспечность людей. Я вот, честно говоря, я не понимаю. Ну, вот что-то как-то немножко расслабились. Ну, жизнь покажет. Вот Красный Крест, Красный Крест, Красный Крест. А кто это? Что это за люди? Что за люди там работают? Сколько людей участвует в вашей такой большой и необходимой работе? Вот, наверное, это самый сложный вопрос, потому что его очень часто задают, но ответить на него сложнее всего. Знаете почему? Потому что у нас нет сотрудников официальных. Хотя, вот, честно говоря, вот это вот наш современный мир, он нас, вот нас, общественные организации, к этому толкает, к тому, чтобы были свои сотрудники официальные. Вот, но пока нам не позволяет финансовое положение вот именно брать сотрудников официально. Поэтому все равно все-таки все строится на добровольчестве. Добровольцев у нас очень много. Вот практически вот все люди, живущие в нашем районе, в нашем городском округе, за пределами, все они являются добровольцами. Кто-то чаще принимает участие в нашей организации, вот, в работе, кто-то реже. Есть ситуационные, так называемые, добровольцы. На самом деле их очень много. Вот опять же, вакцинация, да, вот это пандемия. Оказание сейчас гуманитарной помощи вот людям, которые в трудной жизненной ситуации после пандемии оказались. Это вот и многодетные семьи, те, кто потеряли там работу, материальные средства. Вот эта работа, она не может осуществляться там одним-двумя человеками. Естественно, это отработка списков, естественно, это привести эту гуманитарку, разгрузить, выдать, в конце концов, собрать этих людей. Представляете, это огромный объем работы, вычленить этих людей. Ну, кто хотя бы раз пытался что-либо подобное делать, наверное, все-таки должны понимать, что это действительно очень трудная работа. Это трудная. Вот буквально вчера мы на Лопатинском руднике организовали вот эту
акцию в рамках нашего огромного марафона, который сейчас у нас идет совместно с зарубежной компанией Procter & Gamble и благотворительным фондом «Русь». Он называется «Чистая помощь», этот марафон. И вот буквально народники, вот 12 семей, которые мы приглашали, многодетных семей, приглашали для получения вот этой гуманитарной помощи. Там было очень много задействовано снова людей. И у нас вот появляются все больше и больше новых добровольцев. То есть вот даже Оксана, вот она работник поликлиники детской вот на Лопатинском Руднике, огромную работу проделала, чтобы вот, организационную, чтобы нам помочь вот, этим людям оказать помощь, и сама приняла участие. То есть мы можем смело сказать, она уже не первый раз принимает участие в наших мероприятиях. Она практически сотрудник. Она доброволец, мы заключили с ней еще пару месяцев назад договор. Да, сейчас, вот, понимаете, все очень серьезно. Вы не думайте, что если общественная организация, вот, получили гуманитарку, на тебе, все, иди. У нас иногда документации и отчетности больше, чем даже в муниципальных и государственных органах. Вот это честно. Все под роспись, все под фотоотчет, все отчет, а сколько мужчин, а сколько женщин, а сколько детей. То есть вот настолько серьезные все отчеты, бывает, прям вот ковыряешься. У них. Но, возвращаясь к нашим добровольцам, да, вот, пожалуйста, еще на одного добровольца стало больше, то есть она себя полностью все уже утвердила. Также еще какие-то мероприятия, профилактические, например, по туберкулезу мероприятия, тоже вот к нам просто прилетела информация о том, что проводится в такой-то школе мероприятие. Вот, мы подключили медиков, вот, ребят вот, от Красного Креста, помогите нам тоже там провести мероприятие. Вот, и они подключились, провели, рассказали, все замечательно. То есть их становится вот так потихонечку все больше и больше. Вы знаете, и самое интересное, что мы вот сделали вывод, как это происходит. Это происходит чаще от души и надолго, если человек случайно к нам попадает. А вот когда он вот открывает дверь, заходит, я хочу помогать. Вот. Вообще не понимаю, о чем он говорит. С чем он столкнется, наверное, Может быть так, может быть, вот как-то, или он думает, что сейчас мы вот ему будем говорить, вот иди то, делай все. У нас такого нет. Здесь все должно быть от души, на инициативе, на собственной. И вот чаще такие люди, они не задерживаются. То есть они какую-то акцию, мероприятие что-то там проведут, посмотрят, да нет, что-то как-то не туда. Может быть, даже тяжело. Ну, знаете, вот, бывают люди, которым даже морально бывает тяжело. Они вот думают, что вот сейчас они весь мир перевернут, помогут всем, а сталкиваясь с реальными трудностями, с тем, что ну, приходится общаться постоянно с этими людьми, а это все-таки тоже нужно иметь такую достаточно подвижную психику, чтобы как-то более спокойно воспринимать эти истории не слишком близко к сердцу наверняка. Когда они, наверное, сталкиваются вот с этими проблемами и с людьми, которые испытывают эти сложности, может быть, им как-то тяжело становится, они понимают, что это ну, я не смогу вот просто. И такое тоже бывает. Здесь вообще разговор о добровольцах, да, это отдельная огромная тема. Вот. И поэтому здесь можно говорить о очень разных аспектах. Но вот если вкратце, люди, которые случайно, вот просто случайно как-то попали вот в поле деятельности Красного Креста, обычно они остаются и становятся востребованными нами. Вот. То есть вот, благодаря пандемии, конечно, у нас очень расширился круг добровольцев. То есть мы привезли гуманитарку в Ашитково, там оказалась староста деревни Наталья Васильевна. Вот, и она сейчас у нас тоже вот потихонечку задействуется в работе Ашитковского поселения. Как мы уже говорили в начале нашего разговора, что 8 числа Международный Красный Крест отметил свою очередную годовщину. Но 15 мая и российская организация также отметила годовщину. Расскажите, с чем подошли к этой дате? Может быть, расскажите нам о планах. Да, с удовольствием, конечно, планы у нас грандиозные. И хочу еще добавить к этим датам то, что в этом году 90 лет отмечается и Воскресенскому отделению Красного Креста. Ну, на самом деле, с конца года, 20-го, вот, по апрель, у нас было очень такое напряженное в организационном плане время. Это шла выборная кампания. То есть все 85 региональных отделений Красного Креста, все местные отделения избирали новое руководство, в том числе и мы, Воскресенское отделение.
Завершилась вот эта кампания выборная съездом, который прошел в конце апреля. И думаем, что сейчас наша жизнь будет меняться в лучшую сторону. И сегодня нами руководит, нашей организацией руководит молодой, продвинутый, талантливый председатель, который вносит что-то новое в работу нашей организации. Планы. Планы грандиозные. Во-первых, оглянуться назад, проработать все ошибки, которые, естественно, нами были допущены, сделать выводы и быть готовым, несмотря ни на что, к любой ЧС ситуации. Для этого нам требуется стратегический запас, чтобы мы могли вовремя, четко, быстро оказать помощь людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Это может быть наводнение, пожар, ЧС-ситуация в виде того же теракта, который недавно имел место быть в Казани. Кстати, сейчас вот завершилась акция по сбору средств совместно Российского Красного Креста и Сбербанка онлайн. Было собрано более 73 миллионов. И эти деньги уже распределены на определенные цели, начиная от погашения даже кредита вот пострадавшим семьям, которые имели кредит, до реабилитации этих семей, психологической реабилитации и на памятники погибшим. То есть все уже четко распределено, куда эти деньги пойдут, и отчет Российский Красный Крест будет выкладывать в сети интернет на своем сайте. Вот. Наши планы воскресенского отделения на местном уровне, этот стратегический запас обязательно иметь. Мы понимаем, что это очень важно. Сейчас идут пожары. Вообще Воскресенск много горит, скажу я вам, по нашей статистике. В Московской области мы, что-то, мне кажется, больше всех горим. И кстати, это одна из наших целевых групп, на которую мы делаем особенное упор, особое внимание. Погорельцы, да, которые остаются вообще без всего. А потому что действительно здесь какой-то небольшой пробел в государстве. То есть это небольшая какая-то помощь, и это если ты еще прописан, имеешь регистрацию. А если не дай бог, прописан ты где-то в квартире, а жил в доме, и он у тебя сгорел, или прописан где-то в Москве на 3 метрах на каких-нибудь, а жил здесь давно, и, в общем-то, счастлива, и вдруг все сгорает, ты теряешь все. И никакой компенсации от государства тебе не положено. А люди остаются реально голыми. Здесь мы стараемся этот пробел прикрывать. Опять же, повторюсь, для этого нужен стратегический запас. Мы сейчас пытаемся наращивать этот наш запас на отделение. Склад у нас для этого более-менее подходящий есть, и одна из наших задач. Вторая наша задача – это привлекать материальные ресурсы. Но, опять же, время современное, оно идет вперед. И, я даже считаю унизительным ходить с протянутой рукой по предприятиям, просить что-то, помогите, давайте вместе поможем. Такие фандрайзинговые мероприятия тоже имеют место быть. Но мы все-таки научились зарабатывать деньги сами. И одна из наших программ – это программа Российского Красного Креста «Первая помощь». Она имеет двойной смысл. Это, с одной стороны, знание людям, с другой стороны, это помощь нам. То есть программа эта проводится как на коммерческой основе, так и на бесплатной основе. То есть детей, малообеспеченных людей, семей мы учим бесплатно именно навыкам оказания первой помощи. Там, где есть возможность, нам платят за эту программу. Поэтому мы обращаемся к нашим организациям, к руководителям, к советам директоров, к торгово-промышленной палате, чтобы нам немножечко помогли в этом плане развиться и продвигать эту программу первой помощи на территории городского округа Воскресенск. Потому что для нас это важно, это ваша поддержка нашей организации, а еще это важно тем, что мы учим людей спасать людей, реально учим.
Еще в наших планах развитие добровольческого движения, потому что, ну, без них мы никуда. И, ну, как я уже говорила выше, в общем-то, добровольцы сами к нам привыкают, и в этом проблем мы не особо не испытываем. Вот. Ну, и в планах у нас быть всем здоровыми. Это очень важно. На этой ноте мы и завершим этот разговор. Я напомню, что такую интересную беседу мы провели с председателем организации Воскресенского отделения Красного Креста Татьяной Николаевной Уеводиной. Спасибо. Спасибо вам. До новых встреч. Всего доброго. И вам здоровья, и вашим близким тоже здоровья.